О, друзья, тут прям куча хлама. Здесь интересно разбираться будет. Хотя вряд ли тут что-то хорошее есть. Какой-то это... Или у кого-то был умелый дедушка. Пистолет? Видимо, да, у кого-то был дедушка с руками из нужного места. Но это прям все, это с мусорки, да, мне кажется? Конечно, посмотри там. 100% вообще. Чайный камень. Да. Смотрите, какой прикольный утюг в идеальном состоянии вообще. Харьков, коробочки. А это от него, думаешь, коробочка? Не знаю, может быть, смотри, скорее всего. Ну, он, наверное, разборный. Да. Он разбирается и весь туда помещается. Вообще новый. Класс. Бритва Бердск. Куча значков по 50-100 рублей. Значки меня не очень интересуют, вы меня простите. Вот такие вот я в детстве находил в огороде. И вот с таких монеток, собственно, и началось все мое увлечение, все истории. Потому что очень хотелось еще монеток найти, узнать, каких они времен. И самое интересное, что в детстве мы просто находили их под лопату, огород копали. А сейчас у меня есть металлоискатель, я ничего не могу найти на своем огороде. Или тогда все нашел, или это какое-то проклятие просто. Ух, а это... Что за телефон это вообще? Это таксофон, скорее всего, Нет, это какая-то странная. Нет, на улице такие. Это что за телефон вообще? Откуда он? Телефон, на нем написано. На нем написано. Давай посмотрим. Какой-то странный. 13-20. Тут место в целом такое атмосферное. Люди на самом деле сюда тусоваться приходят, вот, которые взрослые продавцы, покупать. Тут мало кто что покупает. Вот, есть вот музыкальное сопровождение, например, всего этого дела. Постоять, музычку послушать. И сразу, собственно, гармошку и купить. Сейчас будет еще один приступ ностальгии, друзья. Приготовьтесь. Как говорил Задорнов, задержите дыхание. Смотрите. Какая красота. Тут огромный, наверное, из детского сада. А сколько Дед Мороз стоит? Большой? 5 тысяч. Нормально. Тут еще... Ох, у меня был точно такой же пистолет. Так, тут Валера, специалист, утверждает, что вот это сделано из радиоактивного стекла. Да? Добавлялся радий, чтобы светило зеленым цветом. Сейчас можно пройтись, найти дозиметр, я думаю, что тут есть, и померить. Вот еще всякая мелкота интересная. Фу, Дед Морозики. А такой ножик сколько стоит? 300. Рубль 45 стоил, сейчас 300. Ну и, естественно, продают иконы, бюсты и фотоаппараты. Не знаю, мне как-то кажется, иконы нехорошо продавать. Посмотрим, что здесь. Шахматы. Смотрите, какие забавные. Это, наверное, для того, чтобы играть на поезде или на корабле. Мне так кажется, чтобы раз... И они не вываливались. Потом уже начали магнитные шахматы делать. Но это как бы моя версия, не факт, что это правильно. Тут можно, кстати, клад найти, Валер. Я тебе отвечаю. Миллион часов. Оп. Ну вот, к примеру. Без крышки. Классно, да, друзья? Ох. Тут можно минут на 20 зависнуть и просто разглядывать. Роликс. Роликс, Валер, настоящий. Роликс, да? Да, надо брать. А вдруг? Нет, ну на самом деле мы же не знаем. Еще немного интересных советских вещей. Вот это я, у меня детство 80-х прошло, и вот это уже тогда считалось совсем старьем. Я не знаю, наверное, это 60-е, 70-е. Ну и опять медальки, значки, пуговицы, все подряд. Ух, самоварчики, прикольно. А сколько самовар стоит? От 6 до 25. 6 до 25. Помощь, ну вот это 25. А 6 это вот такой маленький, да? 6, вот. Ух, вот совсем какой-то. А такой, чтобы вот рабочий более-менее недорогой был. Это сколько? 10 тысяч. А труба сколько стоит отдельно? 1000 рублей. Она ко всем подходит универсально, нет? Это надо свой замерять, да? Да. А у меня крышки-то нет, у меня вот он. Ага, я понял. Хорошо, приду.
И еще одна кобура. Но это какая-то переделанная, обрезанная. И вот интересный нож электрика. Но он уточенный. Такой брать не буду. Хотя мне бы, конечно, хотелось бы такой нож.